Мой сын! Мой прекрасный Икар! Хорошо, хорошо. Ледяной дождь. Ты должен сразиться со Скорпионом. Ледяной дождь — это и есть секрет лабиринта. Чтобы спастись, мы должны собрать его. Ты молодец. Ты уже начал. Я видел, как перемещались кубы. Так вот, попав внутрь, используй дар Борея. Он позволит тебе управлять лабиринтом. Ты же... Что ты сделал с моим сыном? Мой сын! Где мой сын? Твой сын мертв, Кидал. Мой сын... Мое дитя... Нет, нет, нет! Я взял дар Аида, жидкий огонь и ледяной дождь, чтобы создать силу лабиринта. Создать силу! Силу созидания. Силу разрушения. Владыка богов оставил меня. Если я построю лабиринт, он обещал вернуть мне сына. Он сказал, что если взять жидкий огонь... О, мой сын, о, мое дитя...
прошу, иди мне на спортале. Thank you.
Thank you.